начнется пост, особенно первая неделя поста, и, к сожалению, большинство из нас будут злые, как собаки. Почему? Внезапно все поменялось. Где эта белковая пища? Где эта колбаса? Где этот сыр? Где этот кефир? Где это пирожное-мороженое? Все настроение упало. И вокруг все упали, и вокруг все не так, и не еда, и служба, и то все. Когда человек это воспринимает чисто внешне. Да это время очищения от лишних шлаков, телесных и духовных, радуйся. А вот у кого не будет настроения, у многих настроения на первом деле поста нет, рекомендую есть сладкое. Для чего? Для поднятия настроения. Почему? Чтобы не получилось, как по той поговорке, когда в семье появляется хотя бы один праведник, все остальные становятся мучениками. В духовной жизни чрезвычайно важно настроение. Отвага – половина победы.